тест видеокамеры. Нашел я тут в настройках приближение цифровое в 1500 раз. До этого я пользовался, у меня было 50. Сейчас 50, это вот тоже 54. В общем, вот лучше мне не приблизить было. Вот 100. А картинка, конечно, не очень. 250. Вот 1500, вообще ничего не видно. Вот 500. Вот так вот надо, в общем, в поле еще потестировать. Выскочили вот с этого куста. Ворон в сторонку дернулся, а я еду такой в полудреме после ночной рыбалки, никого же нету, оказывается, надо быть на чеку. Стоять. Давай. Я их не вижу, солнце отсвечивает. В общем, 3 штуки. Ворон что-то психует, идет, фыркает. Идем на ветер. Может быть, впереди и лоси оказаться. Как-то вот так вот. В общем, вот так вот здесь сейчас обстоят дела. Кругом у нас еще снег. Здесь грязь. Свежих таких нету следов, чтобы там день-два назад все уже хорошо таявшие, нахожены. Так что вот так вот тут. Придется еще маленько тут посылочки добавить. И поедем мы обратно. Thank you.
место, ох, любит не соль. Вот так вот получилось. О, ворона бьет, молодец. Ну все. А, едем с вороном. Скоро мы дома. Может еще кого встретим. Как-то вот так вот. Еще надо теперь везти сюда. Вот, короче, снега. В таком вот тут поле заросшее. Вон собаки скрываем. Там где-то косуля, короче, шла. Сейчас попробую подойти, если не убежала. Отсвечивает, еще не вижу. Где-то, короче, они вот тут ходят. Может, даже не одна. Так, ладно, еще пойду, пройду. Вот, в общем, они. Коза с сигалетком вроде. Это, короче, приближение уже 130 раз. Ну, 130x написано. Натыкал я настройки, там в 1500 можно приблизить. Тут вообще ничего не разобрать. Теперь можно за километры снимать. Только качество не очень будет. Коза сейчас ворона увидела, тот копает, стоит сзади. Я на минут 5 на него смотрела, стояла. Так, ну ладно, пофиг.
поеду я дальше. Рогатого козлика я так нигде не смог срисовать рядышком. Может быть, его и нету. Может быть, они тут только в паре держатся. Ну, в общем, как-то вот так вот. Первые съемки косуль начинаются, дальше больше.